Это Иван Потапов, чемпион, рекордсмен трека. Пойдешь на тренерскую работу? Да нет. Я работаю трезвым водителем. Лицензия есть? Привет. Я работаю на безвозмездной основе. За сигареты, еду и секс. Да, трезвый. Может, лучше домой? Слушай, ну куда я домой? Возразить нечего. Вон, бес какой сидит в тебе, плешивый. Чего ты шипишь? Да плюнь ты на нее, баба глупая. Марчук, в чем твой секрет? В обливании. Моя жена приехала на похороны своего будущего мужа уже беременной. Понимаешь? Нет. Ты вчера приехал и привез палец от трупа. Помнишь? Простите за опоздание. Ветеранам войны и труда у меня скидка. Дед, ты че? Дедушка, у которого победа, здесь же жил? Почему жил? Зачем я туда поехал? Ты же хотел в семью вернуться. Я жить хочу нормально. Пап! И сына воспитывать. Алло. Я беременна. От кого? От вас. Надо новую жизнь начинать. С чистого листа. Выглядит солидно.